Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские хоккейные команды триумфально финишировали во всероссийском турнире «Золотая шайба». «Чайка» и «Меридиан» выиграли финал областных соревнований. За плечами бессменного тренера «Меридиана» Владимира Боровикова почти полувековая история участия его клуба в этом турнире. Команды разных возрастов из Куйбышевского района не раз становились чемпионами города. А вот выиграть путевку на всероссийский суперфинал удалось впервые. Такой успех добивается только усилиями, тренировками. Мы, команда «Меридиан», это была вот команда, собрана 6 лет назад. Вот сейчас они подросли, стали хорошими мальчишками. Каждый день тренируемся. «Чайка» Красноглинского района – многократный чемпион Самары последних лет в турнире «Золотая шайба». Но победу в областных соревнованиях в этом году принес команде хоккеист еще из одного легендарного клуба «Сатурн» Максим Чавкин. Он усилил «Чайку» после городского отборочного этапа. Нападающий в матче против прошлогоднего чемпиона губернии тольяттинского «Марата» оформил хет-трик, то есть забросил 3 шайбы. В итоге самарцы разгромили автозаводцев в сухую со счетом 6-0. Нужно не бояться брать игру на себя и в определенный момент действовать, когда действительно это надо. Это все команда, это все кирпичик с кирпичиком, фундамент, и так все получилось. Хоккей в Самаре и области с каждым годом становится все популярнее среди молодежи. В этом сезоне в турнире «Золотая шайба» сыграло 79 команд в 3 возрастных категориях. На лед выходили мальчишки и девчонки от 8 до 14 лет. Это стало возможным благодаря строящимся каткам на улице, их более 150 в области, и ледовым дворцам, их 13, из них половина в Самаре. Материальная база, основа для подготовки хоккеистов становится в последние годы лучше, лучше значительно. Я думаю, что это благодаря, прежде всего, вниманию правительства, лично губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. И мы с каждым годом видим уровень хоккея все выше и выше. Чемпионы области в «Золотой шайбе» получили путевки на всероссийский суперфинал. «Меридиан» и «Чайка» поборются за места на пьедестале почета в Сочи на Олимпийских аренах. Старт соревнований намечен на конец марта, начало апреля. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой!